Всем привет с канала Камрад Майор, и сегодня у нас новый видеоролик из темы по моделированию, и сегодня мы встречаем модель английского легкого крейсера Tiger от компании ARK в масштабе 1:415. Скажу о том, что никогда ARK я еще не собирал, но я ее уже открыл, посмотрел, я же все-таки ознакомился, чтобы как минимум сказать какую-то информацию тем, кто не видел обзоров данного модельного ряда, так скажем. Здесь вот внизу окрасочный вид, даже схема такелажа и надпись о том, что фирма Frog выпустила эту модель аж в 61-м году. То есть, как бы, 60 лет модели, это очень сильно. И скажу о том, что это сразу является очень заметным. За счет чего? Что здесь мы больше никакой информации не увидим, только то, что 100 деталей, и длина составляет 407 миллиметров. Так, вот такой вот артбокс, причем я думаю, он более чем прекрасен. Мы убираем это в сторону. Здесь нас встречает вот такая вот коробка. Скажу о том, что некоторые детали я даже уже пробовал подзачистить. Скажу о том, что мы немножко вот так вот сделаем камеру, чтобы по литникам было понятно. Сначала мы вот это вот уберем и достанем два вкладыша. То есть, вот опять-таки информация вообще, что это за корабль, что делать, прежде чем приступать к сборке, метод нанесения декалей. И здесь вот идет уже у нас пошаговая инструкция от первого и так далее. Значит, по склейке корпуса, всего прочего, общая сборка потом, нанесение декалей и что должно получиться у нас по итогу. Я думаю, получится не хуже. Отмечу, что есть также подставка, что меня очень, так скажем, привлекает в моделях кораблей. Так как фирма-моделист грешит этим, они их не кладут. Да, здесь довольно, вот, кстати, широкие подставки получатся. Что по корпусу? Допустим, он будет вот такой, 407 миллиметров, очень длинный. Модель очень старая, ARK я до этого не собирал, поэтому, я думаю, будет очень много интересного у меня во время сборки. Я покажу потом просто общий собранный вид, так как все-таки записывать это очень тяжело, там будут и маты, и истерики, и крики. Ну, примерно вот так вот получится. Это вот кладем наверх. И уже там будет что-то более-менее вырисовываться. Вот такая большая модель появится. Значит, также есть вот модели из оргстекла, из пластика. Вот по блокам, те, которые я не зачищал, заметьте, какое количество облоя вот этого лишнего пластика от форм, за счет того, что сами формы очень старые. И это требует все такой грубой доработки. То есть не просто там слегка подзачистить в каких-то местах. Вот я собирал от Rival модели. Здесь именно все просто требует колоссальных обработок. Прям вот действительно масштабной работы. И блок с декалями. Вот такой вот. ARK, это вот эти отражающие дуги, как я понял, номер, и ватерлиния, вот это вот, скорее всего, обозначается, также название корабля. Так что, действительно, для меня это было очень большим, так скажем, сюрпризом, я даже не скажу, что плохим, это поможет мне более, так сказать, углубленный получить опыт в обработке деталей. Что я считаю, лишним не будет. Так что я в целом доволен приобретенной моделью. Тем более, что такой большой корабль всего там 790 рублей. Это, я думаю, более чем заслуженно, доступно. Поэтому через некоторое время выйдет видеоролик уже с обзором готовой модели.
Также от АРК я хотел взять авиацию. Может быть, возьму в другой раз. И уже буду снимать пошаговую сборку. А мы встретимся уже в следующем видеоролике, где будет подробнейший обзор уже собранной модели. С вами был Камрад Майор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.